Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. На странице микроблога у певицы Натальи Подольской появился ролик, в котором знаменитость продемонстрировала развлечения своих сыновей. А также Подольская показала, какой урожай уже созрел в саду, пока семейство отдыхало в Турции. Урожай поспевай. Помидорки, черри. Так, а это голубика. Голубика созревает. Ну, аленька у нас поздняя. А вон наши сливы. У нас очень вкусные сливы. Яблони. Яблочки, яблочки, яблочки. У нас очень вкусные яблочки Мельба. Еще каких-то два сорта. Цветочки. Полей. Яблоньку нашу поливай. Вот наши цветочки. Отметим, в семье Подольской и Преснякова просто не могли не родиться музыкальные дети. Поскольку Наталья и Владимир не представляют свою жизнь без музыки, их сыновья тоже с ранних лет постигают азы вокального искусства. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.